Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики и слушатели! С праздником! С праздником Великой Победы! 75 лет назад наши деды и прадеды отвоевали это мирное небо. Мой дедушка, Козич Сила Феодосевич, также воевал в Великой Отечественной войне. Дошел до Берлина, и уже светлую победу он встретил в самой Германии. К сожалению, мы не можем с вами увидеться на концертах. Мы не можем спеть эти легендарные песни вместе с вами. Но мы не будем расстраиваться. И мы решили подарить вам одну замечательную запись, которая была сделана в рамках проекта «Во славу общей победы» в храме-памятнике всех святых. Для вас звучит этот музыкальный подарок в исполнении архиерейского хора Святодухова кафедрального собора и солиста Владислава Витушко. «Эх, дороги!»